Как быстро построить уютный домик в Sims 4? Привет! А ты любишь строить дома в Sims 4? Я лично обожаю, поэтому сегодня предлагаю построить небольшой уютный домик для семьи из трех персонажей. Я всегда начинаю со схемы домика. Так проще потом разместить комнаты и добавить клетки, если вдруг тебе кажется, что комната вышла слишком маленькой. Кстати, домик как раз вышел на 100 клеточек. Так что если у тебя есть компактная жизнь, то семья в этом доме получит определенные бонусы. Я решила выбрать для этого дома синий, белый и коричневые цвета. Уж очень сильно мне нравится их сочетание. Кстати, если любишь постройки, то заглядывай на мой YouTube-канал. Их там очень много, как и других интересных проектов. И сегодня как раз вышла довольно интересная постройка. Как думаешь, а Симам понравится домик, который у нас сейчас вышел? Обязательно досмотри ролик до конца, чтобы увидеть, что же в итоге у меня получилось. А также глянь схему домика.